День дворняжки отмечают с 2005 года. Этот праздник придумал зоозащитник Колин Пейдж. Другое его название – Национальный день собаки смешанной породы. Эти существа верны своему хозяину до последнего, хотя зачастую мы, люди, не заслуживаем их безусловной любви. Собака Дина, например, испытала за свою недолгую жизнь горечь предательства. Вместе с 9 новорожденными щенками ее выкинули на остановке в Сатисе. Мы видели пост в социальных сетях, что в Сатисе на остановке собака родила щенят. И вот это, мы решили съездить, посмотреть, так ли оно было дело. Дело было очень... Вечером поздно было, шел дождь, было очень холодно, грязно. И Дина лежала на остановке. Станислав и Анна не смогли оставить собачье семейство и забрали всех домой в Саров, чтобы постараться пристроить. Щенков быстро раздали, а Дина все еще ждет свою семью. Собака оказалась очень умной и ласковой. Очень игручая. Это, знаете, команды собак явно была это, раньше это, домашняя, то, что видно, то, что к квартире привыкла, видно то, что на квартире она чувствует себя как дома. Собака живет на передержке у своих спасителей. Содержать ее помогают волонтеры приемника для безнадзорных животных. Вместе с Диной на их попечении находится еще около 20 собак. Ситуация вокруг приемника вызывает опасения добровольцев. Его передают к Кстовскому госветуправлению. И хотя новые владельцы заверяют, что животных никто выгонять не будет, червячок сомнений остается. Поэтому волонтеры усиленно ищут своим подопечным хозяев. Обо всех животных приемника мы рассказываем в рубрике «Ищу хозяина». По вопросам, связанным с пристройством Дины и других животных, обращайтесь к волонтерам. Все телефоны есть в группе ВКонтакте. Екатерина Опенова, Андрей Махмутов, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.